Концерты позади, впереди каникулы. Они хорошо поработали. Эта весна прошла для артистов в стиле ретро. Ребята трудились над концертом «Мировые хиты». Они звучали почти в каждой школе в рамках проекта «Подари улыбку миру». Идея выйти за рамки сцены детского дома творчества зародилась у педагогов. Главная задача – познакомить школьников с творчеством талантливых ровесников. «12 мировых хитов, ставших классикой. В этом репертуаре у ребят нашлись свои любимчики. Я исполняю песню Эллы Фицджеральд «All of Me». Это стало уже мировым хитом. Это классическая джазовая песня. Я исполняю ее, потому что мне очень нравится джаз, я его люблю. И когда я пою джазовые композиции, я действительно расслабляюсь и пою от души. Наверное, так же себя чувствовала на сцене и леди Элла. Кстати, совсем недавно гениальной джазовой певице 20 века исполнилось 100 лет. Но не только Женя Лузгина дает второе дыхание мировым хитам. Я исполняю две композиции Бруно Марса и композицию Стиви Вандера. И так хорошо совпало, то, что это две композиции, группа и человек, которого я слушаю, который мне действительно нравится. И в этом плане мне очень хорошо их и удобно их исполнять, потому что я пою, и мне действительно это нравится. Я понимаю, о чем я пою, и я как бы не особо слежу за реакцией. Я просто пою, и я делаю то, что мне нравится. Это гимны целого поколения. Афроамериканский фольклор и европейская аранжировка. Джаз, соул, блюз. Мы, конечно, не зря обратились к этой теме, поскольку на данный момент мировые хиты отмечены огромным спросом среди молодежи, это неоспоримый факт. И все вокальные телевизионные шоу как бы подпитывают интерес к этой теме. Большинство школьников тоже предпочитают мировые хиты, аргументируя тем, что эта музыка вызывает у них большой интерес и, кстати, помогает в изучении английского языка. А повторить уже русский язык и заодно вспомнить историю советского периода можно и по отечественным композициям. Их в программе мировых хитов тоже предостаточно. Так что можно подпевать и, конечно же, главное – подарить улыбку миру. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Юлия Фисенко, Михаил Суханов. Специально для новостей.